Всем привет, с вами Колямба, это 7-й выпуск багов, секретов и фактов о Майнкрафте. Сегодня я вам покажу два офигительных секрета на версии снапшота 1.8, и они делаются с помощью командных блоков. Ну и давайте же сразу начнем. Ну и первое, как сделать такие огромные блоки, либо вот вообще вот такие огромные вещи. Ну и давайте покажу. Сначала, ну вот, берем командный блок и вставляем сюда эту команду. Команда будет в описании. Нажимаем на кнопку, активируем. И у нас вызывается такой гигант, у которого в руке лежит алмаз. Далее берем зелье невидимости и кидаем в него. И он у нас стает невидимым, и у нас здесь такой алмаз. Это очень легко. Также там можно менять ID. Сейчас покажу вам. Так, подлагивает. Просто так идем в начало, и вот здесь меняем ID, например, пусть будет 24, я не знаю, что за вещь в этом с этим ID, но давайте посмотрим. Так, и тут походу у нас зомби встал. Да, вот, нажимаем на кнопку, и это блок песчаника, и вот он у нас тоже огромный и летающий. Ну ладно, давайте переходим к следующему багу. Где мое молоко? Ну ладно, пускай переходим к следующему багу, а точнее секрету, как сделать парашют и приземлиться, не причинив нам урона, скажем так. Ставим геймод 0, вызываем это существо, также команда будет в описании, садимся на него, и видите, мы порхаем. Сейчас мы приземлимся, и вот мы приземлились, и нам не нанеслось урона, слезли, и все. В чем смысл этой фигни? Это то, что, ну, во-первых, курица, она когда падает, она порхает крыльями, и при падении не сама тоже не убивается, то есть не причиняет урона себе. И мы спауним курицу в вагонетке, и видите, садимся на вагонетку, и курица летает. Ну то есть такая взаимосвязь, и это, считай, парашют без модов. Ну в общем-то вот и все. Всем спасибо за просмотр, тут я такой невидимый. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!